В рамках проекта «Вместе в лето», который поддержала компания «Норникель» по благотворительной программе «Мир новых возможностей», волонтеры Центральной городской библиотеки устроили флешмоб в библиотечном сквере. Участвовать приглашали всех желающих. Боже, вытворять чудеса, сам нельзя, кто так сказал? Девчонки из молодежного клуба «В движении» в центре самых ярких событий, которые ими же создаются в новом для города пространстве «Библиосквере». Каждые выходные разные активности – турниры по настольным играм, городки, мастер-классы, в том числе танцевальные. Флешмоб устроили в понедельник просто так, чтобы поднять жителям города настроение. Очень хорошо, очень-очень-очень хорошо. Позитив. До этого мы были буквально неделю назад, фотосушка, фотографии животных мы тоже свои принесли. Правда, мы немножечко опоздали, как бы надо было яркие, такие красивые. Ну, и такие свои принесли, но все равно участвовали. Флешмоб – один из способов пропиарить проект. Волонтеры анонсируют мероприятия, призывают всех вступать в ряды добровольцев, делятся своим личным опытом. Она изменилась в лучшую сторону, то есть я стала помогать людям, я стала относиться по-другому вообще к жизни своей. И я очень благодарна, что я пришла в том году в библиотеку, и мы начали работать вместе с волонтерами. И это безумно классно, здорово. Я также всех подростков призываю к этому, чтобы они стали волонтерами, чтобы они продвигали свою жизнь в лучшую сторону. Для творческих людей не существует выходных и будних дней. Девчонки отряда волонтеров умеют зажигать и веселиться в любом месте и в любое время, доказывая всем прохожим, как легко окунуться вместе в лето. Юлия Ипатова, Егор Манагаров, телевидение Мончегорска.